Ну что, друзья, всем привет! Снова мы, снова на связи. Сегодня у нас вот такой вот красивый образец. Это стандартная техника нанесения, островки. Два слоя. Здесь у нас наносится, мы заколеровали материал на массе. В синий цвет, дабы у нас при сколах царапинах не было белого цвета. Далее мы наносим первый слой, второй слой и закрашиваем все синим цветом, а далее легкими лиссирующими движениями, полусухим валиком, мы наносим перлата ора, чтобы получить вот такое вот золотое тиснение, как бы золотой блеск на верхушках. Прогрунтовали наши стеночки, это у нас коридор, 50 квадратных метров. Сейчас будем показывать нанесение первого слоя. Поехали! Начали наносить первый слой. Для нанесения используем кельму и шпатель. Я обычно использую большой шпатель, широкий, но сейчас я его забыл дома. Так, ну что, покажу вам, как наносится первый слой. Смотрите. То есть просто берем материал на кельму. Вот такими движениями начинаем его наносить. Просто как финишной поклевкой. Наносим равномерный слой, без стыков и переходов. Начали наносить второй слой, у нас островки чуть меньше, чем обычно. Сейчас я вам покажу, как это делается. То есть делаем детализацию небольшую, как обычно, и накидываем непосредственно наши островки такими вот небольшими ляпками. А затем уже формируем непосредственно наши островки. Получается вот такая вот красота. В принципе, как начинающему мастеру, так и профессионалу не составит труда сделать такую фактуру. В принципе, ничего сложного я уже не вижу. Понятно, что начинающий мастер как бы столкнется с какими-то трудностями, но эти трудности все решаемые в процессе самого нанесения. Поэтому мы сейчас будем делать второй слой, в принципе, достаточно одно показание, как он делается. И далее мы будем красить наши поверхности. Так что мы наносим второй слой, и следующий этап мы покажем, как мы будем красить. Приступили к этапу покраски. Сейчас покажу, какой цвет.
То есть здесь мы уже покрасили. То есть он такой синий с фиолетовым оттенком получается. Вот видите, красит. Берем обычный валик с большим ворсом, порядка 5 мм. И просто прокрашиваем всю нашу поверхность, чтобы не было пропусков и шагрений. То есть здесь, в принципе, ничего интересного такого нет. Стандартная операция. То есть берем валик и красим, как обычная сцена. Далее я вам покажу нанесение серебра, потому что изначально я думал, что будет сверху наноситься золото, но все же будет наноситься серебро, я немного ошибся, поэтому сейчас мы все покрасим и обязательно снимем нанесение серебра. Наносим серебро на наш травертин, сейчас вам покажу процесс нанесения. Взяли губочку, взяли наше серебро и вот такими вот движениями, прихлопами наносим его на стену. Очень аккуратненько, губка у нас вообще сухая, еле-еле, то есть тампуем на крышке и затем легкими движениями наносим на стену. Изначально начали наносить валиком, столкнулись с такой проблемой, что у нас остаются границы от самого валика на стене. И то есть невозможно было наносить это серебро валик. Поэтому взяли губку, тампуем губкой. И сейчас вам покажу, где остаются у нас какие-то следы. Тампую я кисточкой той же краской, что и красил стену. Сейчас покажу. То есть у меня вот такая же баночка с кисточкой, я протамповываю кисть, и вот смотрим, то есть на стену у нас есть какая-то вот прямая линия, граница, я беру кисточку, и вот так вот легкими движениями протамповываю все, и все прекрасно убирается. Так что сейчас закончим, сделаем небольшой обзорчик, то есть свет здесь вообще никакой, поэтому не обессудьте, покажем все как сможем в хорошем качестве. Смотрим готовый результат.